5 лет борьбы с обвинениями и рейдерством. Семья Терентьевых сегодня через наш канал обратилась к президенту Садыру Джапарову и генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву с просьбой обратить внимание на их ситуацию. Анастасия Терентьева рассказала, что ее отец вот уже несколько лет пытается доказать свою непричастность ко всем подозрениям в его адрес и донести до судей, что дело сфальсифицировали и он потерпевший, а претензии против него выдвинуты лишь с одной целью – завладеть его бизнесом. По словам стороны Терентьевых, на судебных слушаниях не принимаются во внимание их аргументы и ходатайства как прокуроров, так и их адвокатов судом безосновательно отклоняются. Уважаемый наш президент Садыр Нургоджоевич и генеральный прокурор Курманкул Токтар Алыевич, прошу обратить внимание на нашу ситуацию, так как рейдерский захват моего отца бизнеса продолжается на протяжении 5 лет. То есть моего отца судят в Ленинском районном суде на протяжении 4 лет незаконно, по сфальсифицированным уголовным делам. Также у нас имеется дело, в котором мой отец потерпевший. На протяжении 5 лет мы не можем доказать то, что моего отца специально пытаются осудить для того, чтобы отобрать его бизнес. По этому поводу мы были вынуждены обратиться к генеральному прокурору, который дал указание своим сотрудникам провести проверки прокурорские, где было выявлено то, что это гражданско-правовые отношения, где судят моего отца. И дело, которое было приостановлено по поводу заявления моего отца, было возобновлено. Сейчас оно находится в Ленинском РОВД, которое мы боимся, то, что будет также закрыто и... те люди, которые совершили правонарушение и захватили бизнес моего отца, останутся безнаказанными. Прошу обратить внимание.